Короче, слухи. Практически 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко появился их 3-й ребенок, сын Алексей. Сегодня стало известно, что супруги ждут прибавления и еще одного малыша. Интересно отметить, что в мае Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в одной из клиник в Дубае. Однако этот факт не помешал ей принять решение о новой беременности. На данный момент 29-летняя мать не раскрывает примерную дату родов и также держит в тайне пол будущего ребенка. Плюс один. Спасибо, любимая. Отметил по этому поводу счастливый Тарасов. Кстати, когда Анастасия Костенко вышла замуж за футболиста, она столкнулась с обилием критики со стороны общества. Некоторые до сих пор обвиняют ее в разрыве отношений Дмитрия с Ольгой Бузовой, а другие удивляются тому, что она рожает детей с таким небольшим интервалом. Однако модель решила не молчать и отреагировала на подобные комментарии, подчеркнув, что она гордится своим материнством и считает его своим главным достижением. Любите свою жизнь и подписывайтесь.